Всем привет, дорогие друзья! С вами Клауд и Алекс, мы продолжаем играть. В прошлой серии мы запороли наши УАЗы. Ну, то есть из-за глюка игры там был жесткий баг. С этого посмотрите, сложно объяснить, что там произошло. Это было печально. А в этой серии поедем... Ну, смешно. Да, поедем потихонечку левее. Попробуем найти заправку. На всякий случай. Ну и вообще, карту посмотрите с левой стороны. Справа, короче, два наших джипа утонули. После глюка игры мы нажали, просто они прям полетели в воду. Причем полетели как-то по-извращенски. Да, я буксует. У тебя же дифференциалки проблемы. Подожди, я случайно выключил. Хотя я сейчас без... Вот сейчас уже забуксовал все. Слишком быстро не едет, а то будешь получать урон. Ну, с другой стороны, если у этого маза урона, да херище там, в принципе, проблем-то нету. Скорее топливо быстрее закончится. Кстати, если на однерку нажать, он как-то более-менее камера нормально будет. На единичку если нажимаешь, то камера будет. На двоечку это на прицеп камера. Подожди, нам нужно налево, походу. Так, лево. Дай-ка я отъеду назад. Сейчас. Поехали. Что, я нас отремонтирую, но проблем не будет с ремонтом. Вот проблемы с бензином будут, так точно. Уже 50 литров исчезло. Куда-то. Прожорливая машина. Ага. Ну, здесь надо было слушаться, надо было в УАЗах сюда ехать. Это дорога нормальная, для УАЗов вообще самая классная. Ну ладно, просрать так просрать. Не, мы их потом вытащим. С помощью вот этих МАЗов можно потом вытащить пытаться. Так что там сильно не переживай, это уже так. Да не переживай ты уже так, Алекс. Да станем мы наши маленькие джипики. Джипики. Да, но мы играем на улице на уровне симулятора, поэтому, соответственно, переместиться в гараж на убитой машине мы не можем. Подожди-ка, я наручник встану. Все, понял. Ой, отключаем. Ну, слушай, лучше с хаты сэкономим топливо. Да? Ну, там не живет то топливо. Так. Я вот думаю, как проехать теперь. Предлагаю все-таки прямо проехать, а там где-то направо завернуть. Потому что по речке я не хочу тащиться. Нам там, скорее всего, будет полная жопа. Если вы слышите музыку играющую, то у меня телефон звонит. Телефон звонит. Домашний телефон, домашний. Сотовый у меня выключен звук. Ты едешь? Да, еду. Нормально все? Ну, этих машин заставить сложновато, но можно, желательно, конечно. Было бы желание, да, застрять ты можно, на чем хочешь. Аккуратно, ты не сгоняйся. Ой. Можно урон получить. Нет, вино я получил. Так, подожди. Нам чуть-чуть как-то правее надо взять. По кочкам тут ехал. Ну дороги-то нету, вообще не вижу никакой. Поехали по берегу, что ли, прядь? Тут какая-то речка, что ли, да? Нет, океан какой-то. Океан. Озеро. Ну что, останемся покупаться? Да как-то не, охота ночью купаться вот такой. Боишься? Да нет. Подожди, мы здесь проедем, нет? Что-то тут какой-то резкий перепад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, мы тут не проедем. Давай, короче, смещаться чуть левее по... Ну, очень большой урон, давай лучше... Отъедь. Сейчас я... Подожди, что я сделал? Заднюю передачу. Надо чуть-чуть по берегу проехаться, это будет проще. Готов? Слева, что ли, да? Да-да-да, потому что там такой резкий перепад, мы там просто либо застрелим, либо побьем всю машину. Давай. Лучше уже нырнуть вот так вот. Только сильно не ныряет, это очень глубоко, на самом деле, казалось. Машина немножко покоцалась. Так, я уже вижу дорогу. Отлично. Да у меня немного. Немного, но коцается. Опять покоцам. Давай, мазик. Всякие мелкие эти, кстати, мелкие всякие эти деревья, можешь вообще не бояться напрягаться.
Они просто подъезжаются. Ага, я заметил. На них можно, ну, большие машины, можно на них заезжать. А чё ты не по дороге поехал? Ты не по дороге? Нет, ты не по дороге, чё ты. Не, я по дороге. Имею. Или у меня включит такси игра, не знаю. Ну давай, давай, чё ты там застрял? Да камера тупит вообще, не вижу, чё впереди. Бандиты с большой дороги впрыли там, сейчас ты такая. Давай, деньги, деньги давай! Нам нужно левее, подожди, куда-то поехал. А, подожди, точка какая-то... А, да, подожди, надо еще левее сгонять вот сюда. Точка какая-то с левой стороны открыт, открыть надо, чтобы посмотреть на эту карту потом. Где она находится, ты видишь? Да, что, я прямо левее. Кто, можно какой-то один скататься, чтобы не всем кататься. Давай. Свернешь налево там? Попробую, да. А я пойду тогда на переднюю открою, и все, откроем с две точки. Тише ты там. Че, с нами какой-то чувак играл? Не играл, он пытался зайти, что-то такое тупил. Да. Это из ДЭК или из моих друзей кто-то? Ну, наверное, из моих, скорее всего. Знаю. Нас тоже даже сзади не надо. Ну давай, я пойду переднюю открою. Ну ты видишь, где находится точка? Да, себе укажи и туда. А я открою переднюю, все. А, тут компас ведь показывает, точно. А, вот тут есть компас, прикинь. Я забыл. Грибочки разберем. Ага, все, я понял. У избушки. Вот, у домика. Давай, 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 дорогой. Да. Открыл? Да. Это хорошо. Может, и ко мне, в принципе, перейти. Ну, может, там постоять, пока я заеду, открою это. Чтобы... А нам куда, мы сейчас куда поедем? Ну, я показал, видишь, мой красный, куда еду. Ага. Хочу открыть точку эту. Ты белый. Ну, там... Ты белый, у тебя белая линия, у меня красная линия. Сейчас я открою, и мы узнаем, куда дальше вообще перейти. Не-не-не, если ты показываешь, что у меня белая, если я покажу, то у тебя белый. А, ну логично, да. Что, я елку срубил? Вот сейчас куда смотри, куда я смотрю, куда сейчас поедем? Подожди, сейчас открою, сейчас узнаем еще куда поехать, потому что я ничего не вижу здесь, сейчас. Какие-то камни, капец. Место, конечно, еще то. Давай, слушай, дорогой, давай, на... давай, давай. Куда давай. Мы двигаем на озере, на УАЗе-то? А, это ж Кэмл-трофи, ёпт. Так, смотри, смотрим, куда ехать. Че не казалось, да, получается? Ну, давай-то сюда и сюда скатяемся. Вот на эти две. Давай. Что ты едешь на левую, я еду на правую. Или можем все вместе покататься. Давай. Давай тогда на левую. Или по-разному поедем. Давай по-разному, чтобы быстрее просто было открыть. Угу. Че еду... Направо, ты налево и нормально. Давай, дорогой мазик. Опять ручник забыл выключил. Это нормально. Какое-то кладбище. А, это дерево. Дерево. Кладбище. Охренеть, а как тут проехать? Так, надо обещать. По дороге есть, что по какой дороге проедешь, что смотри, там же надо импровизировать. Я выехал какую-то дорогу сейчас. Да, карта жесткая, вулкан, по-моему, пожестче, чем река карта. Не знаю, просто жесткие вещи творятся. Там сейчас сколько карт? Всего их, по-моему, 5 игр. Ты одну играл, да? Я одну прошел, да, почти. Ну там стал 200, да, прошел почти, да. А, ну мне нормально, у меня уже все красиво смотрится. Ты, значит, доехал уже, да? Почти, да. Да, я тебе хочу. Давай, 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 давай. А, нет, не чуть-чуть дальше. Блин, заглох. Черт. Хотел на один плюс врубить, но на этой машине, походу, это очень сложно сделать. Проще дифференциал не выключать вообще. Ну, блин, у меня еще больше полубака, это хорошо. Слушай, я заправку нашел. О, отлично. Вот теперь можно что-то будет туда ехать поближе. Что просто я найду. Подожди, ты открыл заправку? А, ты просто увидел ее. Ты, я да. Пока на карте не вижу. Я сейчас до точки доеду, и ты увидишь, что она будет, да? Ну, мы откроем карты сейчас в том месте, да, и увидим. Ты, может, знаешь, ты можешь специально говорить. То есть я уже свою точку вижу, я должен пойти. Все, я заправился.
Ну, отлично. Ты, главное, открой эту местность карты, чтобы понять, что где находится. Нам же нужно привезти с лесопилки на пилораму. Вообще смысл игры здесь, если не знаешь. Лес. Лес возит. Где должен быть вулкан? Все, я открыл свою точку. Тоже. О, смотрю. Две машины, смотри, нашел. Да? Это, по-моему, КамАЗы 255-е. Все, открыл. О, заправка. Хочем, едем, встречаемся около КамАЗа, да? Открываем. Я, может, сейчас тут тоже открою. Еще подсветил на карте. А, да. Новые модельки машин, надо открыть их, надо подъехать к ним. Почему карта заканчивается, там даже пропасть, видел? За карты. Да? У меня, да, нарисован. Я сейчас иду КамАЗом, да и ты тоже. КамАЗом, там сейчас подумают. Я посмотрю, что это КамАЗы, не КамАЗы, я не помню, что... А, нет, это КРАЗы, это КРАЗы. Причем классные КРАЗы, с цистерной и ремонтными сразу. Если они будут отремонтированы. Я вроде более или менее... Или здесь два КРАЗа, я так понимаю. Ну, ты разберешься, конечно, в итоге. Может быть, я открою... Ну, ты заправку видишь, да? Да, конечно. Все, я открыл два КРАЗа. Ты их должен уже тоже, может, перемещаться на них, должен быть. Нет, не могу. На F1 на них нажимаешь, и я открою. Не, у меня не закрыты пока что. А, у тебя висит замочек, да? Да. А, ну, кто же знал. Но они такие полубитые, У меня тут дорога, короче. Полубитые с полутопливом тут. Ну, тут классный КРАЗ, тут у него бортовой прицеп, топливо еще целая куча и все, что хочешь. А, подожди, это не дорога, это грязь какая-то? Парковочная опора даже есть. Так это грязь, да. Слушай, классный какой КРАЗ, такой громадный вообще. Шикарный КРАЗ. Это ты там, да? А, да, я на КРАЗе развлекаюсь. Классный КРАЗ, смотри, с очками и с топливом, так что хочешь. Могу заправить, топливо, по-моему, здесь есть полный бак, да. Кстати, заправлю свою машину, чё я парюсь. Топливо. Надо подъехать ближе. Тихо, ты прицепу не снеси там. Все, я отбил. А, мою машину задел, отлично. Я тебя не забил. Не, Мазик дернулся. Новая машина или нет? Не знаю, мне кажется, Мазик лучше пока разведать. Надо как до конца карты посмотреть все. Ну что, видишь, у нас еще с этой стороны еще не открыто. А там еще вулкан есть. Потом посмотрим. Сейчас я заправлю свой Мазик, только заправлю, подожди. Это машины поддержки, пока оставим их на время. Я просто хочу свой Маз заправить. Где у тебя Маз? Ты не видишь мой Маз? Вот я сел. А, не, он исчезает когда-то. А, когда пересажу, исчезает? Да. Ну я заправил, просто там был не заправлен. А можно сейчас отремонтировать? Ну, у меня свой с ремонта, если что. И тут еще крайзик есть с бортовым этим кузовом. Короче, нам нужно пилорама, лесопилка. А, ну все, смотри. Видишь, внизу лесоповал на карте, да? А вверху пилорама. Вот нам нужно с лесоповала вести дерево на пилораму, столько привезти. Но сначала нужно лучше все открыть эти местности. Поехали. Да. Короче. Я тебя жду. Так левый не легче выходит. Ну я тут проеду, там выезжай. Нет, я прям поеду здесь, да, здесь проще. Ну мне проще здесь, чем разворачиваться. Хотя кто его знает, проще сейчас где-нибудь застрял на. 36 урона получил, отлично. Ладно, у меня масса что-то ремонтные очки с собой косит. Ой, подожди, я чё-то. А на камень что ли на чё-то заехал? Это я на чё такое заехал? Ну тебе там виднее, что ты заехал, я же тебе не телепат. Я тебя не вижу. А, тем более камни у всех разные, так что я тебя более не увижу. Все, поехали. А, да, там реально какой-то большой камень. Ну, за них ход, у тебя лебедки есть, в крайнем случае. Там деревья же рядом есть. Это я вообще как-то просто. Ладно. Догонишь? Попробую. Попробуй. Давай, выезжай. Для Маза камни вообще не помеха в основном. Нормально так и. Ну в этом какой-то больше камень будет. Короче, жду тебя здесь, давай. Да выйди вон через дорогу нормально, все ко мне лежать. Жалко, что топлива не можешь взять. Буксую.
Ну что, я пригоню машину с топливом, Кразик. Так ты, может, дифференциал не включаешь? Не блокируешь? У меня... А, блин. Задний дифференциал не блокируешь, поэтому у тебя буксы наши. Потому что дифференциально она масса точно едет нормально, без проблем. Просто что-то... Либо я их сам как-то выключение замещаю, либо они сами выключают. Не знаю, ну у тебя виднее там, но бывает вроде, может, и сами... Не знаю, дай ко мне отпили. Поедем открывать дальше. Еще на задней стоит, ёпта. А, точно, когда переключаешь, они где-то... Если переключаешь на задний, то надо вперед жать. На меня камень упал. Бывает. Как ты проехал так? Не спешите, задний камень, я бугуны, сейчас будешь урон получать. Это только с собой 400 очков урона, ну, ремонта. 300? 400. А ты что с собой брал с собой? Для гаража. А, пускай будет, если гараж еще не найдем. Подожди, ну не, давай, зачем проезжай, ты делаешь? Ты же мне не надо пилиться. Справа вон там проезжает. Слушай, а там горка идет. Ну там вулкан какой-то. Полево, пойдем по воде, поедем, наверное, слева, потому что по-другому я не вижу вариантов. Не ломайся, потому что пойдем по воде, скорее всего, поломаемся еще неплохо. Так что сильно не старайся не ломаться. Просто так. Ну, давай объехать по этому. Чуть-чуть под днищу, потому что там мы только там сможем забраться. И едет только на блокировке дифференциал, иначе просто не проедешь. Еду. Ой, урон получаю. Топлюсь. Давай заезжай скорее, сейчас еду. Врубай один плюс передачу и на ней. Только надо на скорость. Я урон получаю скорее, вали отсюда. Заезжай. Едь с боком лучше, не заезжай вообще в воду. О, мы почти открыли. Мы доехали до этой херни, слава богу. Надо было ехать по той насыпи. Мы тупанули с тобой. Смотри, там была насыпь, оказывается. Видишь там? Вон. Дорога такая, вон видишь, где ты нас, можно было по мелководью поехать. А я не вижу, где подъедут, смотри. Вон нас с этой стороны, слева от тебя, ты что-то не видишь. А, вон. Ну ладно, можно было туда ехать и не мучиться. Нет. Так, подожди, смотрим, что открыли-то. Заправку еще одну открыли, смотри. А, круто. Ну нам нужно пилить вот сюда. Ну давай, короче, знаешь, как я сделаю? Ты видишь мой пол, только... Ладно, надо как-то сюда выбраться. Сюда. И туда. Сейчас я ничего не вижу. Короче, поехали за мной, до нас беремся. Вот, левее, короче. Подожди. Подожди, камера. Камера, не психуй. Может, легче вот тут проехать? Не. Там всякие волны, там не проедешь, застрянешь. Давай хорошо по дороге, если с этого. Не выпендриваться с собой. Ну, как хочешь, в принципе. Но я больше там застрянешь. Вот сюда нормально, там же вон дорога есть нормально. Дай, я сейчас задам. Подожди, дай мне выход съехать отсюда. Привет. Давай ныряй, короче. С щучкой. Ай, едь, камни. Я подтолкнул. Да, не нормально. У меня камень на кабине. Ой, я сверху на этой штуке. Да. Слетел. Все. Что там за дерево цепляется? Есть. Нифига не падает, улетает. Подожди, я куда-то поставил, что ли? Ну нормально, думаю, проехали, да? Подожди, сюда, вот так поедем. Или нет? Вот так. Попробуем сделать. Так, Маша, поехали. Что-то я не вижу. Можешь дифференциал включать, здесь не нужно уже. Тут дифференциал не нужен, потому что нет грязи. Ну, не дифференциал нужен, а блокировка его не нужна. Дифференциал там, в принципе, есть он. Видишь? Все хорошо. Так, вот здесь поворачиваем направо. Ага. А теперь нужен дифференциал, все. Давай, плавненько. Ты старайся не убить машину, потому что чиниться негде. У нас только 400 очков ремонта. А ближайшая ремонтная в самом низу карты. Или придется как раз пригонять.
покосить. Я ничего не вижу, куда еду. Камеру вставляешь, чтобы видеть? Пытаться. Ну не пытайся это делать, потому что с камеры упорота. Мне пытаюсь немного развернуться. Давай, давай, давай. Что ты там делаешь, блядь? Да я говорю, камеры, из-за камеры ничего не увидел. Да, кстати, камера на кабину переедет, потихоньку съезжай нормально. Если вверх мышку подергаешь, то камера в плечо подвигается. Достаточно я это удобно. Не знаю, да, дело-то. Нам левее, окей. Едешь ждать? О, господи, ты еще до сих пор там. Еду. Жалко, что у тебя топлива нет с собой, конечно. Что-то нельзя почему-то поставить топливо на него. Жалко, что так еще-то раз придется тащиться с топливом. Ну, это должно хватить. Все, поехали. Мне кажется, самая лучшая машина в игре, блин. Мазда, наверное, самая везде лучшая. Везде проходит. Не то чтобы везде проходит, но... Ну да, ну под немножко есть непонятные вещи с уроном. То есть какие-то байтеры на мелких ямках байтером получает. С того не силы. Ну да-да. Немного напрягает, и так нормально. Будем сейчас ехать по этой, по окраине, так что... Кстати, мы ведь в лесу. С аборигены выдают, машину сбили. Каннибалы там, а не аборигены, кстати. Да, каннибалы, блядь. Каннибабы, каннибабы, блядь. Аборигены-каннибалы. Аборигены-каннибалы. Кот, я не лава. Ты мне? Урон, не-не-не, себе. Я себе. Сам с собой разговаривал. Давай, каннибаба, вперед. Кто напишет мне, Алекс, ты немножко... Так, подожди, мне почему-то маркер показывает, я не туда еду. Подожди, подожди. А! Ладно, подожди, как-то сюда-сюда поедем. Немножко не так поехали. Поехали тогда уже прямо на ту дорогу. Давай. Так уже проще выехать просто будет. А нам по времени ничего, сколько? Все нормально, я контролирую. Я контролирую, я записываю. Ну блин, ну согласись, в игре физика просто потрясающе круто сделана. Да-да, прикольно, классно вообще. Буксовки, пробуксовки, прям кайф получаешь, когда играешь. Ага. Ну в жизни так же не поедешь, никто тебе не даст гробить мозг где-нибудь. В лесу. Скажет, ты нахер, мальчик, отсюда. Да-да-да. Еще Мазу хотел грабить, ты же охренел, скажет. Вот я урон получаю не знаю откуда. Я вроде бы ничего не получил. По-моему, надо ехать прямо сейчас по своей карте. Вот знаешь, как обидно будет, если такая хрень с Мазой. Слушай, левее придется ехать, левее, по троге. Не, прикинь, сейчас такая же хрень. А это главное, меньше друг друга цепляться лебедкой, такого не будет. Кстати, посмотрел у тебя серию, где там это... занимаюсь кое-чем машины. Не, ну класс, самый классный машина, мне больше всех нравится. Да. Но да. Я не так и не поеду, потому что они трахаются. Мне машины трахались, и... Да, я тебе так и не смог проехать на них. Я тебе по нормальному рассекать. Так, вот сейчас левее показывает, но я не вижу заезда пока. А, подожди, вот он же прям слева. Поехали через лес, да, вот тут можно проехать. Или постоишь здесь. Давай, пошли. Давай, иди работай. Чтобы всем не ехать. Там аккуратнее, там торнадо. Хорошо. Я их почему называл в игре этими Чернобылями. Аномалии. Аномалии, да. Чернобыли, блин. Это что за Чернобыли? Так, подожди, смотрим, что открыто. Так. Бля, подсекай. Ничего. А, наши. Ну давай сюда ехать, короче, вот открывать здесь что-то. А где вулкан тогда, подожди? Вот сейчас мы, по-моему, как к вулкану едем. Не, подожди, вот вулкан же, походу. Вот где заправка там. Нет, получается, не здесь. Честно, только когда мы едем. Карта вулкана, как самого вулкана не дает. Да нет, у тебя нарисован был вулкан, вроде как. Ну что, выезжай, поехали. Да, ты по дороге едешь, зачем ты едешь через меня? Я по дороге еду. Я просто для себя пометил еще. Я его пометил, да? Да, пометил. Ты там где едешь? А, вон, я вижу. Давай, поехали по берегу. Клауд, я тебя рукой махаю за кабиной. Там вообще только там водителя нету. Призрак такой ездит. Человек, который... Радиоуправляемая машина, беспилотники управляют. А, да, и там какой-то ребенок стоит, он там в небе, и такой, ай, да я поворот. Ты про себя? Ты где там, едешь? Ну по берегу надо было ехать, ты когда поехал? Кстати, мне ближе, чем к тебе. Я уже приехал.
дерево такое стоит, как будто, не знаю, дети. Силуэт какой-то человеческий. Ой, все, мы открыли следующий вулкан. Ищем теперь. Вот вулкан, видишь? А-а-а! На вулкане 43-20 машины какая-то стоит. Я не помню какая-то. По-моему, КамАЗ. О, поехали наши машины повытаскиваем. Как мы их вытащим? Лебедку ставишь, вытаскиваешь. А, мы рядом, да. Мы же утонули здесь, помнишь? Вон они. На МАЗе как раз здесь пройдем. Хорошо, тем более сейчас светло. Только давай подожди, давай закончим на этом серию. Давай. Еще продолжим. С вами был Клауд Алекс, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, по-моему, да, вообще гена круто. Наконец-то уже Алекс научился играть, разыгрались, и, по-моему, все очень классно. Всем спасибо, всем пока.